Это еще одна партия минералов. Так, Копсанникова. Кто называет перелифт? Кто халцедон по кварцу? Наверное, правильнее. На солнышко бы ее вот это место просвечивает. Сразу это опал липовка, это мрамор, тут розовый еще какой-то, не знаю откуда это хозяйство, плашечка такая резная. Ну это кварц аметистовидная, дуй копь Ильинка. Это тоже адуй, кусок кристалла из копи щели. Это Малышева. Вот здесь вот вроде берильчик сидит. Так, это, о, думал яшма, это окаменелости какие-то тут. Покровская. Артемовского района. Халцедоновая щетка. Коп Гема. А это вот щетка аметистовидная. Вот такой вот не сильно яркий, конечно, цвет, но тем не менее. Это артемовский. Это тоже Кобема щетка. Это включение асбеста в кварце. Горбуновское проявление. Нижний Тагил. Ну, это кальцит в животке. Слюда и что там? А, дымчак. Копь Казиха, шайтанка. Это миндалины. Агата, артемовский. Пигматит, шпат, Южикова. Ну, это хризокола меднорудянская, Нижний Тагил. Кусочек яшмы глинская. Это тоже вот в глинке какая-то порода, ну а это Малышева берил. Кварчик, хрустальная горка. А это халцедон. Халцедон еще один такой будет, наверное, вроде клавы жили. Корундовый. Он несколько тяжелее. Это похоже на афит. Ну, это ясно. Вот гранат поблескивает. Шиловское месторождение золота. Это гранат. Поселок Медный. Тоже дымчак Эльбит. Копь Казиха. Шайтанка. Андалузит, слюда, копь Занора, Южакова,
тоже Южикова. Кристалл дымчака на пегматите. Ну, это еще медная зелень сметная. Руденского, Нижний Тагил. То же самое. Щеточка кварцевая. Жора капустальная. Но это, не знаю, что-то искусственное. Смотреть даже не хочется. Еще раз проявление Горбуновского. Асбест в кварце. Кусок кристалла горного хрусталя, Северная Конева. Корочка кварца, Ярские ямы. Цедон. Это змеевик. Вместе с мрамором. Еще раз кусок дымчака. Адуй. Змеевик. Это перелив шейтанский. Это шпат. Пегматит. Часть кристалла горного хрусталя. Да, пегматит этот с московитом. Это халцедон Жукова. Разрезать бы его, конечно. Это яшма глинская. Сургучная. Это еще раз щеточка аметистовая. Вот здесь остатки. Лазурит, наверное. Это. Пусть он не ладен. Липовка. Это Северная Конева. Вот зелененькие включения в кварце. Халцетоновая корочка на породе. Это часть кристалла горного хрусталя. Это на халцедон посадил медный купорос так в качестве эксперимента. Еще не растворился. Это с горохового поля. Кварц там аметистовидный. Это Южакова. А тут крокоидики. Пермяйска зверевская. Вот это кварчик. Там кусочек чароита. А это, да, вот вырезать можно, кому надо. Из кварца. Вон зелень какая. Вик. Как это? Ага. Это кварц медный поселок. Нравится мне, у него кристаллы такие с блестящими гранями. Вон они поблескивают. Здесь же эпидот. Здесь же где-то вот кальцит. Ну, это перелив шейтанский. Яшмы, перелив. Копика зиха. Дымчак. Так, это мы отложим. Коп гема, это опять Горбуновская. Это большой, наверное. Нет. Ну вот это неплохой образец, когда подсохнет. Слюда на кварце так будет блестеть заразительно. Интересный образец. Это кристаллики дымчака.
магматите. Кристалл кварца там. А это кристалл кварца дымчика. Кусочек с комнаты. Это горбуновская. Это тоже кварц. А это агат артемовский. Еще раз часть кристалла. Только это южакова с полей. Гранат медный, эпидот медный, а это горный хрусталь, хрустальная горка, еще раз часть кристалла, это кварцевая щеточка, ну это яшма, где-то глинская, это кристалл горного хрусталя, хрустальная горка. Еще раз копка зиха, щетка, кристалл кварца Южакова, кварцевая щетка, это щетка тоже из цитриновой копии горного хрусталя, шпатик. Здесь где-то берильчик сидит, а это горный хрусталь разноцвета, потому что этот из копий цитриновый, может поэтому, но это с хрустальной горки режь. Это щеточки горного хрусталя, кристалл хрусталя, щеточка. Это дымчак Садуя, а это вот не знаю, что опал или не опал, липовка, пегматит, вот кристалл дымчака на нем, надо же, ну это корунд сидит. Довольно внушительный, тяжелый, Южный Урал. Что-то с липовки, это липовка, это кусочек кварца, хрусталя, мрамор такой симпатичный, это еще раз кристалл хрусталя, тоже хрусталь. Перелив. Ну и еще раз. Горный хрусталь. Халцедон. Ну и не знаю, что яшма какая-то. Весы бытовые. Что ты, блядь, делаешь? Ну, в общем, 7 килограмм здесь всякого неоднакового. Чуть ли не диатаз.